Друзья, приветствую вас на канале How to Spend. Меня зовут Денис Бреус. И сегодня мы посмотрим одну квартиру в местечке Playa Canet. Это прекрасное место с прекрасным большим и длинным пляжем. И эта квартира находится в резиденции, в новой резиденции, в новостройке, в жемчужине этого места. Grand Canet. Зайдем в квартиру, посмотрим, из чего она состоит. Там две комнаты, одна большая. Сразу на входе нас встречает дверь с наполнителем, с трехстворчатым замком, секретом. И мы попадаем уже в жилую зону. Квартира продается полностью оборудована, со всей мебелью. Здесь установлено кухонное оборудование фирмы Bosch. Это хорошая фирма. Посудомоечная машина, индукционная плита, Bosch микроволновка. По-моему, она здесь такого типа, что можно еще и готовить различные там тостады. Духовка и Bosch холодильник. В этой квартире установлен центральный кондиционер, то есть разводка идет по всей квартире, и это не кондиционер, а сплит-система. Он работает и на тепло, и на холод. Но как утверждает хозяин, что здесь в квартире отличная вентиляция, застройщик это предусмотрел, и в общем-то жилец, который сейчас проживает в этой квартире, он не пользовался кондиционером на тепло и летом не пользовался на охлаждение. Просто открывал окна, прекрасный бриз. Квартира находится на 7-м этаже, прекрасно проветривается. И, в общем-то, этого хватало. Сейчас мы находимся на террасе. С террасы открывается прекрасный вид на Средиземное море. И терраса оборудована, как вы видите, местами для того, чтобы утром позавтракать, попить кофе. Это очень важно, иметь большую террасу в Испании. В основном новостройки все жилье строится с такими террасами, чтобы вы наслаждались погодой и наслаждались видами. Кроме того, в этой квартире установлена система аэротермии, то есть нагрев воды происходит за счет нагрева панелей на крыше дома. Сейчас мы снимаем это видео в начале марта, на улице прохладно, но вода нагрета до 53 градусов. Летом она нагревается еще выше, и понятное дело, то есть это очень большая экономия в электричестве. Потом мы в конце видео расскажем, сколько стоит обслуживать эту квартиру, сколько стоит коммунидат. Но это очень экономная система, и она тоже здесь установлена. Горячая вода есть всегда, и вы не оплачиваете электричество за бойлер. Друзья, эта квартира площадью 70 квадратов, 20 из которых занимает террас. Как я уже говорил, испанцы большую часть своей жизни проводят на улице, на террасе, либо где-нибудь в баре. Сейчас мы посмотрим с вами две остальные комнаты и два санузла. Это первая маленькая спальня, и скорее всего она же и детская комната, рассчитана для детей. Небольшая, но она имеет место, куда поставить кровать. И встроенный шкаф, куда положить вещи. Также есть разъемы для телевизора. Можно повесить на стенку телевизор, розетки и разъемы для интернета. Если придумать или купить какой-то компактный стол, то вполне можно разместить рабочий стол под компьютер, под монитор.
Напротив детской комнаты находится первый санузел. Он состоит из душа, унитаза и раковины. Также есть ниша со стиральной машиной. Просторный душ, унитаз. И сейчас я вам покажу за дверью нишу под стиральную машину. Ниша под стиральную машину. Довольно компактно все, в общем-то, здесь устроено. Далее мы попадаем уже в основную спальню, родительскую. Это большая спальня с большой двухспальной кроватью, почти что с панорамным окном. И вам открывается вид на Средиземное море. В спальне также присутствуют розетки для подключения интернета, телевизора, кабеля телевизора и розетки. То есть здесь можно спокойно повесить навесное устройство для телевизора, либо какой-нибудь небольшой телевизор прямо на стенку и подключить. Также имеется встроенный шкаф. Вообще испанцы любят встраивать шкафы во всех спальнях, и они не покупают шкафы, ну, довольно часто я видел, очень редко покупают. В основном это встроенные шкафы, они используют их под какие-то вещи. Эта спальня отделяется отдельной дверью и имеет свой большой санузел. Этот санузел также оборудован душевой кабиной, унитазом и большой раковиной. Как вы заметили, в этой квартире нету ванной, а присутствуют только душевые кабины. Итак, друзья, мы показали вам всю квартиру. Как вы видите, она небольшая. Какие плюсы? Во-первых, это резиденция, закрытая резиденция. Во-вторых, в пешей доступности, здесь буквально, по-моему, 200 или 300 метров, находится частная международная школа. Также есть две государственные школы, но они находятся немножко подальше. А дальше давайте мы с вами посмотрим сами резиденцию, посмотрим бассейны, посмотрим спортзал и как вообще здесь можно проводить свой досуг дополнительно. Немаловажный фактор, что эта квартира продается с парковочным местом в гараже в этом же здании и с кладовкой. Кладовка предназначена для того, чтобы складывать туда вещи, которые вам сегодня не востребованы, либо велосипеды, какие-то доски для серфинга и еще что-то. Если вы привержены современных технологий и любите электроавтомобили, то вы можете на своем месте установить электрозарядку и спокойно заряжать, например, Теслу. На территории резиденции есть также детская площадка. Вы можете спокойно отпускать своих детей, на нее поиграть. Это закрытая резиденция. Вы не будете беспокоиться о том, что дети где-то находятся на улице без присмотра. Также имеется небольшой спортзал. Сейчас он закрыт, и мы не можем попасть внутрь для того, чтобы его снять. Но здесь есть тренажеры. Их, конечно, не очень много. Но для утренней зарядки и для какого-то минимального спорта вполне достаточно. На территории резиденции есть свое кафе. Оно работает в сезон, а не в сезон. Вы можете снять помещение для того, чтобы провести какие-то свои мероприятия. Дни рождения, свадьбы, либо просто встречу друзей. Также есть теннисный корт для того, чтобы заниматься теннисом, поиграть. Два теннисных корта и стоянка для велосипедов. Хочу заметить, что эта территория охраняемая и закрытая. То есть вы можете войти, только имея ключ, либо к кому-то. И прямо возле ворот сидит консьерж. Довольно строгий, потому что как только мы начали снимать, он сразу к нам подошел, выяснил, с какой мы квартиры, кто хозяин квартиры, есть ли у нас разрешение от хозяина на съемку. Мы все это ему предъявили, и теперь вот мы спокойно снимаем. Но он очень внимательный, это радует.
Жемчужиной этого здания, конкретно этой резиденции, является крыша, 20 этаж. Когда вы сюда поднимаетесь, перед вами открывается шикарный вид на море и на весь поселок Плая-Канет. Здесь также есть бассейн. И если вам лень дойти до пляжа 10 минут, то, пожалуйста, поднимайтесь на 20 этаж. В вашем распоряжении будет бассейн, солнце. И просто наслаждайтесь жизнью. Как мы видим, крыша разделена на две зоны. Первая зона отдыха – это зона с бассейном, и вторая зона отдыха оборудована для того, чтобы просто посидеть, например, со стаканом сока или что вы любите. Согласитесь, очень важна не только сама квартира, но и зона обитания. Здесь же застройщик продумал абсолютно все. Там находятся туалеты для того, чтобы вам не спускаться домой. Зона отдыха, где вы можете пригласить друзей и наслаждаться видом на Средиземное море. Можете, наверное, здесь отмечать какие-то праздники, либо поплавать в бассейне. Также внизу есть большой бассейн. К сожалению, он сейчас закрыт, и мы не смогли попасть на его территорию. Бассейн начинает в этой резиденции работать, по-моему, с мая. И работает весь сезон. Застройщик даже продумал такие вещи, как маленькая кухня. Если вы наслаждаетесь с друзьями или здесь и отмечаете какой-то праздник, то в вашем распоряжении будет вот такая вот барная стойка и мойка. Есть вода. И, конечно же, в зоне отдыха также есть еще один бассейн, который смотрит уже на север. А внизу, как мы видим, находится частная школа, о которой я говорил, Камаре-на-Канет. Как вы видите, в пешей доступности буквально 2 минуты. Если у вас есть дети и вы даете им хорошее образование, то вам не нужно будет возить ребенка в школу. Просто он собрался, дошел до школы, вернулся домой. Все прекрасно. А вы в это время чилите в зоне отдыха. Также мы видим яхт-клуб Плая-Канет. И насколько я знаю, мы брали информацию, в этом яхт-клубе стоянка яхты обходится намного дешевле, чем в Валенсии, которая находится в 30 километрах. И самый главный вопрос, сколько же стоит эта квартира? Квартира находится в резиденции, в новой резиденции закрытого типа с консьерж-сервисом, с двумя теннисными кортами, с двумя бассейнами наверху зоной отдыха, с большим бассейном внизу. Квартира видовая на 7-м этаже с большой террасой, с прекрасным видом на море, с двумя спальнями, с двумя ванными комнатами, стоит 250 тысяч. В эти же 250 тысяч входит гараж, кладовка и возможность получения туристической лицензии. Если вас заинтересовала эта квартира и вы нам напишите, позвоните, мы поможем вам получить эту туристическую лицензию бесплатно. Более того, если вы хотите оставить информацию для себя об этой квартире, скачайте внизу под видео полную презентацию в PDF-файле. Плая-Канет – это пляж протяженностью 1250 метров. Считается лучшим пляжем Испании.
по испанской статистике. Кому интересна испанская статистика, мы оставим ссылку внизу. Сам район Канет-де-Плая является очень безопасным и благополучным. Просмотрев статистику, вы сами в этом сможете убедиться. Друзья, мы постарались как можно подробнее рассказать о месте, о самой квартире. В следующих роликах мы планируем снять коммерческие объекты. Это будет отель стоимостью 850 тысяч и производственная площадь 2500 квадратов за 650 тысяч, на которой есть холодильное оборудование и солнечные панели, которые помогают экономить электричество. И эти объекты подходят как раз для визы инвестора. Более того, они будут приносить прибыль. В этих видео мы дадим полную информацию о рентабельности отеля и под что использовались эти коммерческие площади.